Всем привет, дорогие друзья! Ну что, ребята, продолжаем, в принципе, играть на новом сохранении для игры «Последний день на Земле», да. Это крутое просто сохранение, где у нас собран миниган, у нас 93-й уровень, да еще мы играем, ребята, на взломанной версии от китайцев. Ну что, здесь я уже, в принципе, немножечко кратенько в предыдущем видео снимал обзорчик, да, но я еще вам не говорил, что здесь также собран чоппер, в принципе, миниган, это уже говорил. И здесь немножечко, ребята, осталось собрать, чтобы собрать вездеход. Ну, сегодня, ребята, мы ничего это смотреть не будем, а сегодня мы будем, ребята, проверять оружие миниган против громилы, да. Я знаю, что это просто вообще нереально, но ради интереса мы, ребята, это проверим. Так, только выход найти. Блин, миниган настолько сложен, что я выйти не могу. Так что возьмем, ребята, кувалду. И, ребята, пойдемте быстренько посмотрим, что это будет. Если даже не убьем с минигана громилу, я думаю, мы просто пойдем и уничтожим всех зомби, если не убьем громилу. Ну и это вообще нереально, конечно. Но все же, ребята, ради интереса нужно что-то пробовать. Только я не знаю, как отсюда нахрен выйти, ребят. Ага, вон выход. И еще, ребята, в названии написано, как убить громилу. К сожалению, это не ответ на этот вопрос, а наоборот, это вопрос у вас. Ребята, как убить громилу, а? Скажите, просто ее вообще нереально убить. Возможно, раньше ее убивали, да? Если посмотреть там видеоролики, возможно, найти можно, как раньше убивали. Но сейчас вот эти новые обновления, просто, знаете, нереально убить эту громилу. Это босса ласт-д. В общем, ребята, знаете что? Миниган. Мощнейшее, ребята, просто оружие, которое не может убить громилу. Но самое прикольное то, что ее берет, снимает немножечко урон, это дробовик и глок. Ну, там еще какие-то, да, оружие, там СВД вроде, да, как бы немножечко забирает урон от громила. Но самое вот, что прикольно, да, я и говорю только что, да, что миниган даже 1% хп не заберет. Но все же, ради интереса вместе с вами, ребята, давайте сейчас это пройдем. Вот, ребята, самый опасный лес, это зараженный лес. Выбираем, ребята, способ передвижения бежать и бежим сюда. Я думаю, нахрен мы это делаем сейчас, конечно же, проиграем, но все же, ребята, рисковать нужно. И ради интереса только это сейчас будем проверять. Так, 10 секунд до бега, то место назначения. Оставлю ссылочку, ребята, на видео, где я снимал уже, в принципе, обзор этого взлома. Оставлял ссылочки все для скачивания. Так что, ребята, если кому-то, в принципе, интересен, я думаю, скачает и обязательно, в принципе, поиграет. Ну что, ребята, теперь начинается сам тот хардкор. Да, теперь мы будем быстренько проигрывать. Ну что, я не знаю, что сейчас будет. Вон он уже бежит. Ё-моё, и подвисает немножечко. Охренеть, посмотрите, ребята. Ё-моё, он не уничтожается. Да ну нахрен, эй. Вы посмотрите, ребята. Ни 1% жизни не отнимается от громилы. Мини-гана, мощнейшим просто оружием. Я не представляю, ребята. Я вам задаю сейчас вопрос, как убить громилу. Я знаю, что она раньше убивали ее, но сейчас я вообще не знаю, ребята, методов убийства громилы. А, ну сейчас, ребята, мы уже не сможем, в принципе, опять же, взять миниган, потому что миниган был у нас в инвентаре. Может быть, надо где-то здесь искать, но это очень долго, в принципе, история. Как видели, ребята, все сами, да? Убить вообще невозможно громилу. Вообще, это босс из величайших боссов. Офигеть, ребята. Это было просто, ребята, что-то. Просто что-то. Вот, ребята, у нас здесь СВД, дробовики, а миниганов, ребята, здесь нет у нас. Ну, давайте поищем, вдруг что-нибудь найдем. Эмочка, АКА, Магнум, СВД опять. Вот она. Все, ребята, топовые оружия есть, да, вот, а самого минигана, по идее, нет. А здесь, ребята, все остальные ящики будут пусты, по идее. Ну, в общем, я проверил то, что хотел, вот только ради интереса. Это миниган против этого, как его, громилы, ёпта. Как вы видели, ребята, ничего его не берет. Просто нахрен ничего его не берет. Я вот реально сейчас вот просто думаю, вот что его может быть убить, а? Вот что его может убить, если даже его миниган не берет? Это, ребята, загадка теперь. Это просто загадка, которую нужно уже, в принципе, решать. Так что, ребята, все начинается. Так, мы, ребята, смотрим, что у нас находится в хранилищах здесь разных. Я в поисках минигана, но здесь его больше уже, наверное, не будет.
Только, наверное, пересходить надо, чтобы тот инвентарь у нас, ребята, остался. Ну, в общем, как-то неважно. Я повторюсь, ребята, еще раз. Я посмотрел то, что мне надо было. Это было реально круто. Мы вообще не отняли ни 1%. Вот ни один. Вот даже не милли-милли один. В общем, ребята, на этом, в принципе, ребята, все. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. До свидания.